Работе следователя посвящено множество фильмов, смотря которые мы порой сами пытаемся разобраться в запутанных сюжетах и понять, кто же преступник. В такой момент понимаю, что служба эта требует большой самоотдачи, а также большой ответственности, ведь за каждым преступлением стоят человеческие судьбы. И навеянный детективными сериалами романтизм этой профессии весьма обманчив, а потому для тех, кто хочет встать на путь поиска справедливости, очень важно понимать, что работа следователя – это скрупулезно ежедневно. Дневный кропотливый труд, поэтому живое знакомство с тонкостями той или иной сферы деятельности в формате «Дня открытых дверей» – хорошая возможность для молодежи в выборе специальности. День открытых дверей – это одно из профориентационных мероприятий, которые мы традиционно ежегодно проводим у себя в отделе. Попытаемся заинтересовать ребят, расскажем о той интересной профессии, которая называется «следователь». Сотрудники Следственного комитета рассказали школьникам о порядке приема на Следственный экспертный факультет Академии МВД, ответили на интересующие вопросы ребят и продемонстрировали тематический видеофильм. А ребята, в свою очередь, смогли пообщаться с теми, кто так же, как и они, когда-то стоял на распутье сложного выбора профессии. На сегодняшний день скажу, что мы подобрали 14 парней, учащихся города Бреста и Брестского района. Эта работа продолжается. Я думаю, что и по результатам сегодняшнего мероприятия будут у нас желающие поступить в Академию МВД. По крайней мере, это видно по присутствующим в зале. Они задают вопросы, интересуются и самой процедурой поступления, и интересуются самой работой следователя. Во время экскурсии школьники побывали в рабочих кабинетах следователей, в допросной комнате и спортзале. А изюминкой встречи стала демонстрация единственной в Брестской области передвижной криминалистической лаборатории, предназначенной для обследования места происшествия, поиска, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и вещественных доказательств. Работа следователя – это действительно трудное дело, и дело, которому надо подходить с душой. Если ты не будешь заинтересован в этой работе, ты долго тут не выстоишь. Что заинтересовало? В данный момент это методы и подходы следователей к своей работе и ту ответственность, которую они несут при ее выполнении. Понял, что есть много возможностей, что можно работать, в самом деле можно учиться, но также не всем подходит эта профессия, также по состоянию здоровья и так, кто хочет другое что-то. После дня открытых дверей некоторые ребята поняли, что работа следователя не только сложная и ответственная, но интересная и престижная. Возможно, кто-то из ребят после встречи серьезно задумался и в дальнейшем выберет для себя профессию следователя.